Друзья, привет! Всех с праздником, с 1 мая. Мир, труд, жвачка. Это советский праздник, корнями уходит в советский период. Вот. Гуси тоже празднуют. Зашли к себе в сараюшку, покушали и пошлепали на природу. Приехала дочь с внучкой. Вот разжигаем мангал. Это еще до конца не просохло. Поролона моя. Поролона. Сейчас догорают. Крылышки куриные замариновала. С утра, по-моему. Да, с утра. Лук, соль, черный перец. Все. Простой маринад. Много лука. Сейчас две луковицы порезала. Залила немножко водой, уксусом. Сходили мама, дочка и внучка, я. Сходили на поля, на разведку, там, где мак цвели. Маки только-только-только начали цвести, там жиденько. Но, наверное, через несколько дней, если погода хорошая будет, там все маки раскроются, ох, я съезжу вам, поснимаю. Вот. Погода. Такое небо, но солнце сейчас куда-то спряталось. Утром были тучки. Вон, солнце, видите, спряталось за тучку. И сразу прохладненько стало. А то прям невыносимо жарко было на солнце. Вчера пробовала, видите, здесь вот. Пробовала косой вчера вечером. Скосить. Соседи осенизатор вызвали с ямы. Септика высасывала все у них. Сейчас одна машина, что-то две машины. А эти испугались, прибежали к дому. На всякий случай убежище. Потом, как две машины стали жужжать, они забежали к себе в сараюшку. Шлепали. Пока сидели, дочь сходила за мороженым. Всем сливочное, такое с маками, советское мороженое. Поели. Вот сейчас ждут, когда догорит. Надо потормошить. Пойдемте потормошим. Это еще до конца не сгорело. Ветер отсюда дует. Вот эти головешки еще не прогорели толком. Развернуть, что ли, бандуру? Оба! Вот так. Сейчас с той стороны обгорит. Загорелось. Сейчас прогорит. И будем жарить шашлыки. Три шампура и остальные эти плечевые суставы на решетку закинули. Картошку поставили варить. Вон вторая машина, видите? Вторая выезжает. Засранцы такие, да? Ой, моя сирень цветет. Колерованная. Сиреневая. Та белая цветет, и эта белая цветет. А у соседей почему-то отцвели уже. Ну, у них дикий, видите, такой, он уже отцвевший, желтый стал. А мой колерованный, колерованная сирень во все цветет. Вот, пришла поближе показать вам. Ох, запах, друзья мои, видите, тяжелые. Колерованные. Ой, запах, друзья мои, я вам не передам. Крупная сирень. Запах не просто обалденный, а умопомрачительный запах. Вот они тяжелые, тяжелые, тяжелые вот.
и белая. Первый год. Первый год цветет. Заборчик сегодня травку немножко подергала. Вот. Это второй год цветет. В прошлом году хотела зацвести. Позапрошлый год одна вот такая маленькая веточка цвела. Вот такая одна. Прошлый год зацвела. Не зацвела, а бутончики были и заморозки. Она почернела все. В этом году первый раз на новом месте. Цветет. Вот. По 5 штук. Вот 5 штук. Вот 5. Здесь 6 штук. Здесь 5 штук. В основном, помню, на белой сирене больше было 5-листных. Вот смотрите, здесь сколько листьев. Лепестков, то есть. Тоже пахнет. Все-таки у весны свои прелести есть. Так что, друзья, с праздником вас. Вот так вот. Под сиренью. Ох, тень хорошая. Я поэтому такую сирень высадила. Вон вдоль вольерчика. Но они пока разрастутся. Вот. Хризантемы. Хризантемки. Желтые хризантемы. Это мне 2-3 веточки соседка давала несколько лет назад. Я вот рассадила. Они первый год здесь росли. Потом я их рассадила по 4 этим так называемым вазоном. А вот здесь желтая, которая осенью цвела, хризантема. Листики повылазили. Что вы думаете? Сожрали все листья. Вот по-новому пошла поросль. Прикрыла. Так, ну что, пойдем тормошить. Это вот от поддонов с гвоздями. Гвозди потом отпадут. Прогорел. Фуф, ветер в эту сторону пошел. Все, наверное, нужно нести. Соль. Где-то соль здесь была, оставляла я. Ой. Пойду принесу. Во какую махалку нашла я. И длинная, и хорошо машется. Ой, солнце выглянуло, все. Опять жара. Как соль хорошо тушит прямо огонь. Жир капает. И там появляется огонь. Вон. Жир капнул. Ок. Шашлык журчит. Шкварчит или журчит. Три шампура, остальные 7 штук в подвале. За ним лень матушка была идти, поэтому на решетку выложили. А, поджарились. Пока бегала, чуть не сгорели. Сейчас всю золу туда выгребла, туда. Все уже готово. Дочка с внучкой спать легли. Я им говорила, дождитесь, ну сонные. Сонная внучка, как она будет есть? Поэтому там под решеткой уже этого нету углей. А эти крылышки. Это вот плечевая часть. Это вот локтевая часть. Картошку отварила. Сейчас пойдем с мамой кушать. Те спят, и потом подогреем. Здесь вот. Выбросила, тлеют. Сейчас перевернуть. Самый лучший маринад это лук без всякого чеснока. Лук пожамкать, соль, черный перец. Шашлык готов, друзья.
Еще раз всех с праздником. А, вишня в листве, все цветы, цветов пока нету. Все, пошла домой, я принесла. Вот, замариновала лук. Картошка отварная. Лук. Огурцы. Помидоры. Мама уже шашлык есть. Выложила. Остальные здесь лежат. Ох, смотрите. С гор какие тучи идут. С города, над городом. У нас-то здесь более-менее вот облачка. Яблони отцветают, други мои. Ой, вышла на улицу в сад. Объелись с мамой шашлыка, пока дочка с внучкой спят. Им тоже, конечно, оставили какие тучи. Пошла решетку мыть с шампурами. Кушать хорошо. Пацаны спят. В тенечке. Для них спасение вот это курятник. Вон туча над городом.